Артем, что скажешь о сегодняшней игре? В чем Сибирь вас превзошла? Ну, даже не знаю, как сказать. Но сегодня почти всю игру играли в защите. Несколько выходов ноль. Как бы провалы в защите были. Ну, проиграна битва, но не проиграна война, как говорят. Будем дальше выигрывать. Ожидали, что с первых минут Сибирь сегодня просто полетит вперед? Да, конечно. Вчера проиграли они, сегодня дома при своих болельщиках они сразу полетели. Мы, в принципе, этого ждали. Но что-то не получилось, будем разбирать и выходить на следующий матч. Сегодня у «Трактора» игра в большинстве просто не получилась. Три шайбы пропустила команда. В чем причина? Ну, я даже не знаю. Ну, бывает такое, наверное. Может, надо как-то, не знаю, поответственнее относиться. Ну, просто не получилось, я думаю, и такие провалы как бы в защите будем исправлять. Потасовка в конце была достаточно серьезной. Она назревала, по твоему мнению? Да, конечно, это плей-офф, у всех эмоции, эмоциональная игра. И, конечно, плей-офф – это война.